Всем привет! И сегодня будем разбирать альткоины, которые вы оставляли в моем телеграм-канале. Под постом оставили достаточное количество комментариев. Давайте посмотрим, что у нас есть на осмотр, точнее на разбор. Будем рассматривать те сообщения, которые набрали больше всего лайков. Так, у нас, значит, данное сообщение набрало 6 лайков. Пользователь под ником D, а именно токен APT, Йота и Альга. Ну, давайте разбираться. Токен APT, довольно свежий проект. На биржу Binance он был залистен в октябре месяце. И что мы здесь видим? Цена на сегодняшний день составляет $7.5 за один токен. Цена приближается к самой сильной зоне поддержки — $7.16. В принципе, если цена достигнет до этой отметки и будет отскок, то ближайшая стенка у нас через 28%. Это $9.28. И следующая стенка у нас на $13.40. В этом случае профит составит 84%. Но здесь присутствуют также риски. И в случае пробития самой крупной зоны поддержки, пролив может продолжиться до $5.14, а также и до $1.09. Поэтому, если собираетесь накапливать данный актив, я вам рекомендую подождать. А именно, когда цена коснется этой зоны поддержки, сделает ретест. Возможно, здесь будет недельное накопление, и вот отсюда уже на отскоке можно начинать свои первые инвестиции. Сейчас заходить крайне опасно. Как вы видите, тренд у нас нисходящий, именно по данному активу. Но и с другой стороны, закрывается вот этот самый гэп. Вполне возможно то, что от этой зоны, ранее мной сказанной $7.20, будет отскок. Так, следующий у нас получается актив Йота. Цена за один токен составляет 17 центов на сегодняшний день. Ближайшие перспективные цели. Первая стенка у нас на 27 центов, в этом случае профит составит 54%. И самая крупная зона сопротивления у нас на 32 цента, 86% профита. В случае дампа у нас есть большие шансы, то что ниже 16 центов мы не пойдем, коррекция при этом составит 7%. Но сомнения меня вводит вот этот маленький объем, потому что пробить мы его можем очень и очень быстро. В принципе, то, что и происходило вот здесь вот, 20 марта 2020 года. Сейчас на рынке криптовалют намного больше денег, чем раньше, и поэтому не факт то, что мы достигнем этих же отметок. Лично я Йоту закупаю, усредняю уже довольно долго и рассчитываю скидывать ее по более высоким ценам. Вполне допускаю тот вариант, что она даже сможет перебить свой all-time high. Конечно же, во время бычьего рынка. Ну, посмотрим. Так, следующий у нас токен Альга. Идет очень сильный пролив. У нас была последняя самая сильная зона поддержки. Это 23 цента. И с этих пор он провалился на 47%. Пролив однозначно не закончился. Поэтому я считаю подождать следующих отметок, а именно 9 центов. Если мы посмотрим историю, то видим, после очень жесткого пролива 17 марта 2020 года, цена очень быстро торговалась и улетела, так сказать, просто в космос. Если взять общий профит, он составил свыше 3000%. Рост был волнами. Первая волна у нас была 15 августа 2020 года, следующая 10 февраля 2021 года и, так сказать, контрольная 19 ноября 2021 года. После этого шла лишь коррекция. Я бы все-таки подождал конца пролива. Дело в том, то, что сейчас покупать очень опасно. Вполне допускаю тот вариант, то, что вот эта зона поддержки 9 центов может спокойно пролиться ниже. Поэтому предлагаю подождать. Но у вас своя голова на плечах. Финальное решение, конечно же, следует за вами. Далее подписчик с ником Василий или Василь набрал 5 лайков. И здесь довольно много активов, но я предлагаю разобрать хотя бы парочку из них. Давайте начнем. Ван. Ну, во-первых, во вчерашнем ролике я вам говорил то, что Binance US будет делистить данный актив, а именно торговая пара OneBUSD. Поэтому давайте переждем этот момент. Сейчас разбирать нет смысла. Пока что откладываем данный актив в долгий ящик. Да и вообще, в принципе, все активы, которые были в списке делистинга, лучше пока что придержать, потому что пролив может быть намного сильнее, чем он произошел ранее. Ну и как бы откупить в конце пролива будет намного приятнее, чем сделать это сейчас. Если будет откуп, то, понятное дело, произошла обычная манипуляция, и заходить будет там уже намного безопаснее, чем сейчас. Повторяю еще раз. Токен C98. Немного смещаются объемы. Ничего страшного, подправим. Цена за один актив составляет 16 центов. Продолжается небольшой пролив. Какие риски, какая здесь возможная прибыль. Вполне допускаю тот вариант, что пролив может еще продолжиться до 52%. Но также в случае роста первая стенка у нас стоит на 33 цента. В этом случае профит составит около 103%. Неизвестно, когда пролив закончится, поэтому лично я закупаю данный актив частями. У меня здесь стоит чисто
чистое усреднение, ничего больше. Я собираюсь дальше накапливать данный актив. В случае пробития данной зоны сопротивления мы сможем достигнуть даже 47 центов. В этом случае с сегодняшних цен профит может составить 180%. Я считаю, довольно неплохо. Но вы должны понимать то, что риски здесь довольно высокие, а именно 50% коррекция. Так, ну, дорогие друзья мои, я вынужден заканчивать сегодняшним роликом. Я извиняюсь, у меня в последнее время слишком мало времени. Но ничего страшного, про остальные альткоины я расскажу в своем телеграм-канале. Скину графики с потенциальными целями, ну и, возможно, лично со своими целями, если данный актив я накапливаю. Всем большое спасибо за просмотр. Если понравился данный ролик, либо чем-то помог, то всегда можешь поддержать меня лайком, либо подпиской. Ну и еще включи колокольчик, если, конечно, захочешь. У меня на сегодня все. Всем до завтра.